Нужна ли графа национальность в паспорте? Ну, вы знаете, я достаточно равнодушно к этому отношусь. Может быть, по своему происхождению, потому что мне трудно сказать, да, кто я больше. Русский, белорус. На самом деле много всякого перемешано. Да? И на самом деле, если мы посмотрим на российское население, то мы увидим, что у многих так. Да, тут и разных наций, и совершенно разного происхождения. Ну да, русским быть хорошо и приятно, да, но давайте, да. Это, и мне, да, несмотря на мое происхождение, я осознаю себя русским, да, и мне для этого не нужна никакая запись в паспорте, что я такой есть, да, я всегда смело говорю, что я русский, и, в общем, у меня и на лице это написано.